Основная работа, конечно же, от именно сутулости, когда человек сгорбливается, у него грудной отдел прям такой вот сутулый-сутулый, работа сзади, на выпрямителях спины, на трапециях. Но сейчас я покажу, как основной симптом здесь убрать. Когда долго человек скорченный, сгорбленный, у него именно грудинная фасция, она съеживается. И там получаются такие даже складки фасциальные, которые не дают тебе выпрямиться. То есть ты вроде как хочешь выпрямиться, а здесь что-то тебя не пускает. Как расслабить грудь спереди? Смотрим. Сейчас прям вот здесь картинка появится. Это проекция грудины. Как ее на себе найти? То есть спускаетесь по горлу вниз и натыкаетесь на вот эту вот вырезку. Это называется еремная вырезка. Это верх грудины. Той самой кости, которой крепятся ребра. И вниз спускаетесь, вот у вас живот, и прям по животу вверх посередине поднимаетесь, вы наткнетесь на мечевидный отросток. Это проекция солнечного сплетения. По сути, это верх, это низ. Вот это верх и низ мы делим ровно на три части. Еще раз, верх, низ, делим на три части. Раз, два, три. И теперь встали сюда двумя пальцами на границу нижней и средней трети и встали пальцами на границу верхней и средней трети. И немножко придавили сюда. Возможно, будет больновато. У кого не больно, еще лучше. Придавили прям к кости свои пальцы и делаем следующее движение. Нам нужно как будто бы растянуть фасцию грудинную, как будто бы кожу на грудине нужно растянуть. Делать, конечно же, это лучше на голую кожу, то есть не через футболку, как я вам показываю, я просто стесняюсь. Встали, придавили и делаем растягивающие движения. То есть мы тянем, прям в кость уперевшись, одну руку вверх, а вторую руку вниз. Для того, чтобы фасциальные ткани здесь растянуть, точнее фасцию. Правильным эффектом выполнения данной техники будет являться пульсация под пальцами. То есть под пальцами как будто бы кровь начнет стучать. Прям бам-бам. И второй эффект, вы почувствуете, как прям растекаются пальцы, они вверх поплыли. И держим их до тех пор, пока они не попросятся назад. То есть вы давите вверх настолько, насколько вам позволяют мягкие ткани. И как только пальцы захотят сдвинуться вниз, технику заканчивайте. И после этого попробуйте сделать глубокий вдох. Вы почувствуете, как грудная клетка раскрывается, и во время вдоха грудь поднимается вверх и вперед, и как будто бы вы уже не сутулые совсем. Эта техника очень хорошо помогает избавиться от сутулости во время того, когда вы активно работаете со своей спиной, а здесь просто дорабатываете. Либо долго в офисе посидели, скрючились, весь день на работе, вытягивать не можете, растянули грудину, стали ровнее, дышать стало ровнее, голова стала яснее, кровь забегала, румянец появился. Пользуйтесь.